То, что остается, это зачастую не события, которые разум считает наиболее памятными и наиболее важными в жизни, а те моменты, когда психическое существо принимало участие, сознательно принимало участие в чем-то. И это остается. Но когда речь заходит о памяти прошлых воплощений, то это не хронология прошлой жизни, вот, а фиксация в некой сжатой форме вибрационной памяти психического существа тех немногих знаковых событий, в которых оно принимало сознательное участие, выходя на первый план в нашем интегральном существе. И вот многие пожилые, старые люди действительно очень хорошо и ярко и образно помнят события своего детства. У меня мама все время вспоминала многие вещи, очень меня интересовавшись, как было там это до войны, вот в эти в 30-е годы, она все мне рассказывала так замечательно. Вот, я кое-что у нее спрашивал, она это очень образно рассказывала. Вот. Так вот, в случае смертельной опасности, когда жизнь и смерть тела разделяют буквально секунды, люди, которые чудом выжили в подобных ситуациях, рассказывают, что у них перед глазами, как в кинематографе, какой-то замедленной съемки промелькнула вся их жизнь. То есть вот эти фиксированные события в памяти психического существа, они как проигрывались. Да? Время реальное, физическое, может быть, вот, которое на грани жизни и смерти их могло поставить там несколько секунд, но события практически все прокручивались с определенной частотой, значит, в другом временном каком-то измерении они все это сумели успеть увидеть. Как раз это те самые события, когда, если бы смерть состоялась, тело, да, вот тогда эти события забираются в памяти психического существа, и там на основе их уже строится следующая программа следующего воплощения. Вот они прокручиваются. Но коль жизнь тела продолжается, то человек это может просто рассказать о том, что он видел, как он их прочувствовал. Но вот они как раз и забираются. Вот то, что в посмертии берется психическим существом. Эти события. У меня, говорит мать, было множество воспоминаний из прошлых жизней. Настоящих воспоминаний психического, не ментальных измышлений. Приходит эмоция. Эмоция, как психическое чувство, эмоция приходит в начале, живая, сильная, даже очень сильная. Затем в качестве некого фона возникает форма, явление, обстоятельства, вот так, как качество туманной памяти, и они приходят наряду с психическим чувством. Ну, ряд моих вот, личных, собственных, что ли, воспоминаний о событиях, ну, если можно так выразиться, наверное, прошлых жизней, я уже сейчас говорю это очень осторожно, основывается на ассоциативных каких-то эмоциональных впечатлениях, на ассоциативных узнаваниях каких-то проблесков глубинной памяти, которые спонтанно вспыхивают, например, при прочтении какой-то исторической литературы или при посещении ряда особо памятных мест, при каких-то пересечениях судеб знаковых. Вот, и у меня что-то вот пробуждается, я понимаю, что это близкое, родное, явное, это когда-то было, но вот как и что конкретно не хочется домысливать, потому что это было бы, наверное, неправдой. Вот, потому что это все проявляется именно вот по каким-то ассоциативным воспоминаниям. Названия стран, там, городов, географических мест, улиц, какие-то архитектурные сооружения, имена исторические. Вдруг у тебя где-то замыкает какая-то цепочка там в памяти, что это что-то очень знакомо, хорошо знакомо. Ну, это, конечно, интересно и заманчиво, но я теперь понимаю, что это только мое. Вот меня поразило в детстве, совершенно в раннем детстве, в возрасте 5-6 лет, когда я услышал по радио объявление диктора, что скрипичный концерт Никола Паганини. Никола Паганини для меня был хороший знакомый. Как? Где? Откуда? Потом я кое-что выяснил. Но это уже потом. Ну, уже сейчас, потом. Вот. Где это могло быть? Тоже ряд был ассоциаций интересных. Он для меня был хорошим знакомым. Я говорю, о, Никола Паганини. Это, вот, все.
Я к музыке никакого отношения, ни к скрипичному концерту, там, ни к чему-то. А вот имя и фамилия, все, для меня было ясно. Мой хороший знакомый. Где, когда, в 5 лет я почувствовал, что это нормально. Вот я говорю об ассоциациях. Вот имя, и уже все. И уже какие-то там пошли ассоциативные связи. Интересно. О китайцах, мать. У них странный витал. Холодный, интеллектуальный холод, бесчувственность, и что странно, их чувствительность совсем не такая, как у всех, она чрезвычайно притуплена. Ну, китайская нация в целом, действительно, она выглядит внутренне холодной, сугубо прагматичной, это в первую очередь связано с конфуцианскими, видимо, идеями, с детства внедряемыми в сознание людей, идеями рационального устройства мира. Там все рационально, там все в этом мире должно быть отлажено, как в часовом механизме, и управлением рациональным должно быть. Вот, видимо, этот холод с этими идеями конфуцианскими у них в психогенетике заложен. Так вот, на наш взгляд, несмотря ни на что, у этого великого народа, этого ближайшего нашего соседа, есть огромный потенциал духовный, есть большое эволюционное будущее, если еще Земля будет существовать, то эстафета духовная может перейти к этому народу. Все-таки там большое поле. Да? У нас-то думают, что китайцы – это те, которые обманывают нас, торгуют какими-то загрязненными продуктами. Ну, опять вот какая-то пена там. Да? Ну, там же есть нормальные люди, очень много нормальных людей. Да, и интеллигентных людей, и людей достаточно развитых. Мы все время по пене по какой-то судим о людях. Да, они вот там все такие. Но это неправильно, наверное. Это наш непросвещенный рассудок все время вот бросается такими фразами. Там действительно есть огромный духовный потенциал. Вот это факт. Они атеисты, замечательно. Они прошли через религиозную школу коммунистическую, так же, как и мы. Да, нас же это не обесплодило в эволюционном плане, а напротив, сподобило начать с новых позиций духовную работу. Да? Вот я думаю, что есть у них потенциал, вот, у этих холодных людей. Вот, потому что ровности им не занимать, они достаточно спокойны. Исполнительные. Это необычайное впечатление нереальности страдания. Нереальности заболевания. Необыкновенно любопытно. Ведь нет никакого ментального действия или мысли, или чего-то подобного. Все это в вибрациях. Вот почему, пока вы не достигнете состояния, в котором ум может быть абсолютно спокойным, когда нет ничего, кроме сознания, тогда все в порядке. До этого это кажется невозможным. Но речь идет о том, что в состоянии абсолютного вибрационного покоя, внутреннего покоя, когда ни одна вибрация ваш не дрогнет во всех частях вашего существа. Когда молчит рассудок, когда молчат эмоции, когда молчит клеточный ум, телесные структуры молчат, когда ваше эго полностью упраздняется, и когда вами овладевает супраментальное сознание, то ясно видно нереальность страданий, нереальность болезней, нереальность страхов, сомнений, словом, всего того, что присуще смертной жизни. В новом состоянии сознания этого просто быть не может. Этого нельзя придумать, потому что ума нет. А наш ум впитывает это, фиксирует и каким-то образом постоянно тиражирует вот все эти вещи. Страхи, сомнения, страдания. Нет ума, нет тиражирования. Понятно, да? То есть полностью свободно сознание от вот всего этого мусора, от всего этого пораженческого. Это состояние характерно для пребывания в новой тонкой вибрационной структуре, которая действительно отождествилась со всеобщим и уже не может оттуда никак уйти и выйти, вернуться на прежние позиции. То есть точка невозврата давным-давно уже пройдена. Вот старое сознание вернуться невозможно. Роль музыки заключается в том, чтобы помочь сознанию подняться к духовным высотам. Все, что принижает сознание, поощряет желание, возбуждает страсти, противоречит истинной цели, и этого следует избегать. Ну, музыка сама по себе является могучим средством контакта человеческого существа с разными планами сознания.
вот энергетические центры у нас есть, да, и они способны контактировать с разными вибрациями. Музыка, она способна влиять или восприниматься каждым из этих энергетических центров, каждым из планов сознания. Наверное, понятно, да, по причине вот этих частот, колебаний, которые вызывают звуки. Вот. Музыка не может быть ни плохой, ни хорошей. Не может быть. Она может быть либо способствовать духовному становлению, либо тормозить его и даже превратить в духовную деградацию. Она не плохая, не хорошая. Вот. Либо поднимает вас, да, или способствует духовному росту, либо, напротив, приводит к деградации. Так, например, современная молодежная музыка вот в таких вот ужасных шуршаниях с этими повторами, эти рэпы, вся эта шуршащая муть, раскрывает энергетические центры-приемники, которые расположены где? Ниже пупка. И, соответственно, погружает сознание индивида именно в эти планы, ясно, в эту муторность, где растормаживается низшая витальная, там агрессия, мелкое тщеславие, похоть, а там наркомания, и все дальше со всеми вытекающими идет именно вот по этим центрам, оттуда все. Вот. И страстно внимая подобной музыке, молодой человек счастлив, как лабораторная крыса, ну, которую там определенными токами бьют, чтобы в центр удовольствия у нее пробудить, да, он счастлив, участвуя в эксперименте по получению удовольствия, вот у него все нормально, да, вот сегодня с этими наушниками они приплясывают, что-то там, когда это только появилось, ну, это какое-то напоминало шизофрению, да, но потом стало понятно, что это как раз вот одна из форм, опять-таки, вовлечения молодых людей в эти демонические миры. Ну, так надо сегодня. Сегодня время такое, надо делать поправку. Да, адовое время. Так вот, крайне негативное, я хочу продолжить по поводу музыки, воздействие на сознание слушателей оказывает модные сегодня обволакивающие такие сексуально-похотливые музыкальные мотивы, где перемешивается высшее и низшее витальное. Знаете, вот вместе. Высшее витальное вроде тебя приподнимает, а низшее, ну такой коктейль звуков. Вот туда вот втягивает вот некая вороночка такая. И в результате тщательного смешения совершенно разноплановых вибраций эти вещи в конечном счете оказываются сотканными из томных, тоскливых и чрезвычайно деструктивных вибраций такой разрушающей похоти, что ли. Знаете, вот, это незаметно, это обволакивает, но это разрушает. Это вот тот самый яд, который незаметно впрыскивается вот, с музыкальными звуками в сознание слушателей, которые легко вовлекаются, ну, так же, как наркоманы вот, в процесс вот, прослушивания этих вещей. Вот. А что касается весьма специфичной медитативной музыки, или как ее называют еще духовной музыки, которая используется для вдохновения, то при ее регулярном прослушивании очень быстро проявляется стойкое убаюкивающее влияние на витальные центры, что неизбежно грозит привыканием. По сути, сродни наркозависимости. Это то, что растлевает душу. Знаете, вот эта музыка протяжная, медитативная, вот она продается, эти кассеты и прочее. Но это как наркотик, вот такой вот музыкальный наркотик. Вот. Может быть, кого-то это расслабляет, что-то, так сказать, дает, ну, не уму, не сердце, но какому-то месту что-то дает. Но, тем не менее, это то, что в конечном счете разъедает душу, растлевает ее. Тибетские чаши. А? Тибетские чаши. Ну, тибетские, там всякие звуки есть, то вот такие другое. Там чаши всякие, да. Там что-то звенит, там что-то трут, какие-то вибрации пошли. Вот. Я слышал эти вещи. Вот. Они очень деструктивные. Вот ощущение таинственное, но это деструкция. Ну, тибетский, это даже позавчерашний, да, день, это третий раз, наверное, вот когда расцвет третий раз, конец третий раз, вот там это все было поставлено на широкую основу, потому что не было энергии, которая
который можно было бы открыть, и вот эти все звуки, все эти колебания, вибрации, они как раз вот и наводняли, и наполняли мир людей, там и врачевали они, и еще там что-то делали, эти вибрации. Знаете, наверное, да? Для разных центров, там разные звуки. Вот. А когда мы открываем этот поток, да, то в каждом вибрационном центре он ретранслируется, трансформируется, там свои вибрации, потом они еще уходят куда-то. То есть идет настройка определенная по божественному комитону, вот то, что мы делаем в работе на пути. Не надо никаких звуковых колебаний извне нам. Понятно? Идет просто автоматическая настройка на то, что требуется иметь. Я слышал очень милую и легкую музыку. Взять даже музыку к фильмам. Я слышал великолепные отрывки, а с другой стороны, некоторые места классики. О, так они скучные. Легкая музыка, конечно, джазовая музыка, но даже в ней есть очень милые места. Ничего не скажешь. Ну, в советские времена, до начала 70-х годов, вся жесткая цензура сыграла роль позитивную в появлении большого числа добротных музыкальных произведений именно в жанре легкой музыки. До 70-х годов, начиная там с 30-х, да, возьмите, к примеру, музыку кинофильмов и песни Дунаевского, да, вообще совершенно потрясающие мелодии были, вот, Пахмутовой песни уже года 60-е, наверное, тоже, вот там, где лирические вещи и патриотические вещи, целая эпоха, в общем-то. Это со временем становится понятно, что это эпоха была. То, что стимулировало многие процессы, связанные с индустриализацией в 30-е годы. И здесь еще был второй порыв, да, молодежный, поднятие целины, там, построение еще великих всяких строек, да? Помните, наверное. Вот. Сейчас можно над этим смеяться, но это все выполняло свою совершенно определенную положительную роль. Каждому времени соответствует и своя музыка, свои песни, как говорят, да? Вот. В те не самые худшие времена наша страна действительно была каким-то оазисом мелодизма в музыкальном мире, такого еще, так сказать, ну, огражденного от деструкции. Слух и души людей оберегались от вторжения деструктивных вибраций, хотя бы до времени. Вот надо было как-то вот душе дать возможность окрепнуть, чтобы не сразу она рассыпалась, чтобы она иммунитет какой-то приобрела, да, в последующем, то, что дальше происходило, происходит сейчас. Вот. Сейчас самое время переходить вообще-то к всему легкому. Легкий завтрак, легкая прогулка, легкое дыхание, легкая музыка, легкое поведение. Не подумайте о плохом. Легкое просто вот оно такое. Вот. Легкое в смысле без усильности. Такое время интересное. И в итоге вот нашего исследования пути сознательной эволюции действительно становится просто легко жить. Легко и ненатужно. Из области легкого вот это тоже. Если вы чувствуете себя радостно и вокруг слышите звуки, выражающие очень легкую, очень свободную радость, и вносите это в музыку, это чудесно. Тогда как если вы суровы, серьезны, видите всю человеческую богость, и вносите это в тяжелые тупые звуки, такой оркестр будет вас донимать. Ну, пока ваша психика не защищена свыше, то будьте осторожны в выборе музыкальных произведений для прослушивания, если вообще что-то слушаете. Вот бацилла демонизма не дремлет. И вот эта музыка симфоническая 20-го столетия – это нещадное расщепление ткани музыкальной. Это сплошь обрывки, обломки, фрагментации образов музыкальных, диссонансы. Ни о какой гармонии и целостности речи быть не может. Там тревога, печаль, страхи, тоска, какая-то короткая вспышка радости, потом снова тревога, печаль, страх, тоска вот в этих звуках. И вот так вот все одинаково
Вот. Потом всплеск радости, но такая радость, от которой страшно становится. Потому что ее нет, а она как-то изображается каким-то звуком, потом сразу гибнет. То есть эта музыка, которую большие композиторы делали в 20-м столетии, она просто ставит диагноз психического состояния человечества. Глубочайшая депрессия со страхами, сомнениями, страданиями. Вот это факт, это диагноз. Шриорабинда говорит, человек любит страдания, поэтому Христос все еще висит на кресте в Иерусалиме. А я добавляю, что христианство, воздействие этой религии на земле состояло в том, чтобы обоготворить страдания, потому что было необходимо, чтобы люди поняли, не только поняли, но и почувствовали, и проникли смыслом существования, вселенским смыслом существования, страдания на земле как средство эволюции. Здесь вот мать очень тонко выходит вот из той ситуации, когда страдание вроде бы обожествляет, но страдание – это то, что призвано дать человеку понять, что это как раз сигнал, будильник, звонок тому, чтобы искать выход из страданий, а не просто их боготворить и за страдания ждать награды в райских каких-то кущах. Вот стадная коллективная эволюция земного человечества – это сплошное страдание. Никакой радости в эволюции в стадной, в коллективной не было. Страхи, сомнения, страдания, болезни, смерть – вот тот печальный набор средств, который Всевышний использует в ходе стадной эволюции, чтобы как-то пробудить наше сознание, чтобы дать нам возможность задуматься, что это такое, неужели в этом состоит смысл жизни, чтобы вот так вот из жизни в жизнь, из поколения в поколение приходить к печальному концу. Вот. Страдание – это сигнал СОС, который призывает к спасению души, он призывает к немедленному началу новой жизни. Без страданий мы бы их поисков новой жизни, выхода не искали бы, наверное, да? Не было бы страданий, какой поиск может быть? Чего искать, когда ты не страдаешь? Вот. И до тех пор, пока те же христиане не впали махровую достоевщину, будут обожествлять страдания даже болезненными упиваться и всерьез надеяться, что за их долготерпение им воздастся на небесах. Есть такие ортодоксальные христиане, которые вот надеются, что вот они как раз в ад не попадут. Вот в ад попадут те, кто слабо страдает и не так страдает, как следовало бы, как они это делают. Вот не так классически. Вот. Так вот, правильно осознав пробудленную причину страданий, люди должны проникнуться истинным смыслом собственного существования. И, исходя из этого, совершенно по-новому прочитать евангельские откровения Спасителя все-таки. Он не призывал страдать, он призывал идти к свету, он призывал стать совершенным, как Отец Небесный. Он говорил своим ученикам, что они свет мира, да? Но свет мира в страданиях не может быть. Да? Вот это надо правильно понимать. Вот. И принять вот эти откровения евангельские как руководство к практическому действию, как руководство к обретению Царства Божия и жизни вечной, это делается непосредством страдания. Просто страдание пробуждает практическую реализацию этого, и все. Вот надо до времени, пострадав, понять причину страданий, начинать работать в направлении их нейтрализации. Правильно, наверное? Вот и все. По сути, можно сказать, что они, речь идет о христианах, сделали страдание священным, чтобы оно было принято как средство, необходимое для эволюции Земли. И теперь это действие полностью использовано и должно быть превзойдено. Вот почему необходимо оставить это, чтобы найти что-то принципиально другое. Бог – это действительно прежде всего свет, который призван поразить мрак. Поразить мрак, а страдание – это и есть тот самый мрак, есть тот самый враг, который надо поразить светом, наверное, да? Не страдать до бесконечности, а их уничтожить. Свет должен их поразить, он должен их нейтрализовать. Вот и сделать страдание священным, и на этом остановиться,
опять-таки, надеясь получить награду на небесах, значит, полностью игнорировать истинное учение Спасителя. Значит, не видеть в нем то, что надо видеть людям, которые действительно истинно страдают, искренне страдают и готовы страдания превзойти с пониманием, и так, как этого требовал Спаситель. Вот. А потому страдание, исчерпав себя как способ пробуждения спящих сознаний эгоистических, способ пробуждения к поиску выхода из эволюционного тупика, должно, наконец, уступить место чему? Уступить место обретению божественной благодати. Это возможно, она у вас устанавливается, она у вас рождается, она у вас присутствует. Через посредство божественной силы, вот и все. Значит, это должно быть здесь сделано, на земле, при жизни, в этом физическом теле. Там на небе уже ничего не будет. Если вы уходите в страдания, то следующее ваше воплощение в той же помойке будет происходить. Понятно, наверное? Ничего нового вы там не получите. Состояние сознания, с которым вы уходите, которое записано в вибрационной памяти, вот оно с вами остается. И все. То здесь никаких фокусов нет. Нельзя. Ничего обрести неистинным путем. Ваша трудность, говорит мать, возникает из-за того, что вы все еще считаете, что в жизни есть высокие и низкие вещи. Это не точно. Это не вещи или действия высокие или низкие, это сознание деятеля истинное или ложное. Но принимать жизнь со всеми кажущимися мелочами и видеть их законное место во всей причудливой мозаике жизни, значит, обладать истинным сознанием. Нет ничего малого, низкого, там, несущественного. Все занимает определенное место вот во всей этой интегральной картине. И вся наша жизнь-то оказывается соткана из кажущихся мелочей, вы заметили? Они кажутся мелочами, но она соткана из этих мелких деталей, из которых потом складывается и большое, и малое, как хотите, но из мелочей это складывается. И в жизни не бывает мелочей, ибо кажущаяся мелочь может в одночасье вызвать катастрофические последствия. Да? Может кажущаяся мелочь привести к сегодня необратимым последствиям. Вот. А потому, как говорил Спаситель, будьте бдительны на всякое время. А бдительное сознание охраняет вас от многих неприятностей, потому что вы видите все мелочи, которые могут привести к неприятным вещам, и вы их не допускаете, фильтруете. Понятно, наверное? Быть бдительным, значит, видеть все мелочи деструктивные, которые могут оказать очень серьезное воздействие на вашу жизнь, на вашу судьбу. И надо помнить, если вы выбрали для себя путь сознательной духовной эволюции, что в духовной работе мелочей не бывает. И каждая мелочь оказывается достойной вашего внимания, ибо, как справедливо в той же Агни-йоге сказано, что одна малюсенькая песчиночка может остановить хорошо отлаженный часовой механизм. Попадет песчинка, и все. Мелочей в духовной работе быть не может. Пока вы за что-то или против чего-то, вы неизбежно далеки от истины. Пока вы за что-то или против чего-то, вы неизбежно далеки от истины. Вот пока вы занимаете ту или иную позицию по отношению к конкретной ситуации, ну, какой-то конкретной ситуации, например, выступаете за или против чего-то, а не отождествляетесь напрямую с самой ситуацией, тогда у вас все за и против пропадает, вы становитесь самой ситуацией, тогда понятно, что не может быть ни за, ни против. Это есть ситуация, которая неизбежна. И это то, что не может никак осуждаться или двойственность какую-то, или иметь двойственное толкование. Потому, да, и вот ваше новое сознание, оно способно видеть целостность вот всего происходящего. Поэтому вы понимаете, что занимать какую-либо позицию по отношению к тому или иному событию, это значит принимать на себя часть лжи или долю неведения, потому что и та, и другая позиция, ну, когда люди занимают противоположные позиции, несет в себя как элементы истины, так и элементы лжи. И вам это видно, и вы никакой позиции не занимаете. Вот великий христианский праведник
Паисий Святогорец как-то сказал совершенно справедливо, что у него есть одна хорошая черта, он никогда никого не оправдывает. Никогда никого не оправдывает. То есть никогда не занимает чью-то позицию, понимая относительные ложности той и другой позиции. Да, спасибо, на сегодня хватит.